Я Саитова Зайтуна. В компании ЭПЛ я с апреля 2015 года. У меня были проблемы с сердцем. При холтурском мониторировании у меня были выявлены ишемические изменения и была назначена коронарография. После приема дрожжи Альт, Слайд, Харт и Грау на повторном холтерском мониторировании ишемические изменения прошли. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить новых видеороликов.